По ту сторону экрана. Петербургские компании активно развивают онлайн-обучение. Внедрять новые технологии удается даже в такой консервативной сфере, как медицина. Компания Endostar запустила первый в России образовательный онлайн-тренинг для врачей-эндоскопистов. По прошествии 4 курсов в нем приняло участие порядка 2700 слушателей со всей России и стран ближнего зарубежья. Пандемия 2020 года, она резко развернула неожиданным образом всю ситуацию, в том числе в образовательных мероприятиях и вообще в том, что касается повышения квалификации врачей. Онлайн-образование на сегодняшний день, по сути, единственный источник получения этих знаний. То есть мы взяли структуру нашего очного образовательного тренинг-курса и перенесли его в интернет, постаравшись максимально учесть все нюансы, связанные с тонкостями применения той или иной практической процедуры, того или иного инструмента или оборудования. Один образовательный цикл включает в себя теоретическую и практическую часть. На курсе рассматриваются различные эндоскопические методики и техники высокотехнологичной медицинской помощи. Отработка идет на биологических моделях. Захват видео происходит с эндоскопа и из зала, что дает возможность уточнения важных деталей манипуляции эндоскопом и эндоскопическим инструментом. Плюс каждый участник курса имеет возможность задать вопросы или попросить подробнее продемонстрировать ту или иную методику работы. Нам нужно людям рассказать, как это делать. Мы, к сожалению, не можем в онлайн-формате дать людям попробовать это сделать самостоятельно руками. Поэтому на нас, как лекторов, возлагается очень серьезная ответственность. Мы должны простым, доступным человеческим языком рассказать, как пользоваться новыми технологиями, чтобы это не отпугнуло пользователя, а наоборот, дало ему какие-то знания, и он дистанционно, понимая и зная все нюансы, мог бы взять и у себя на месте воплотить сложную технологию в жизнь. Благодаря онлайн-курсу у врачей из разных регионов России есть возможность познакомиться с самыми современными методиками работы и оборудованием. Участие в тренинге полностью бесплатно. Эти образовательные циклы рассчитаны на врачей-эндоскопистов, те, которые работают в городских больницах, в поликлиниках по всей нашей стране. Очень показательно количество участников. Если до этого года, до пандемии, в тренинг-центре Endostars проходило примерно 6 тренингов, на которые приезжало 20-25 человек. Сейчас на онлайн-курсе регистрируется более 200 человек. Таким образом, в каждую сессию учебную гораздо большее число участников могут посмотреть, познакомиться с теми методиками, о которых мы рассказываем. После окончательной отмены ограничений онлайн-курс будет существовать параллельно с очными формами обучения.